Так, я представляю до нашої студії, завітала Катерина Іпіхіна, чайний експерт. Доброго ранку вам. Так, сьогодні ми трошки нагадаємо, бо вже ви до нас приходили, розказували про різноманітність видів чаїв. І я пам'ятаю, що в мене просто запаморочилось в голові, тому що їх дуже багато, і то були не всі у нас в студії. Давайте трошки нагадаємо про види, які краще вживати влітку. Одразу перейдемо до такої теми. Ну, по чайной классификации классической выделяют 6 групп чая. Mm-hmm. Это зеленый, белый, желтый, красный, который мы называем черным, пуэр и улун. Mm-hmm. Вот. Это 6 таких основных групп. Если говорить о летнем периоде, да, то лучше пить светлые чаи. То есть mm-hmm. зеленый, белый, желтый, некоторые виды улунов и есть еще зеленый пуэр. Mm-hmm. Темные тоже можно на любителя, но все-таки в такое летнее время лучше светлый чай. Чем светлый чай настільки відрізняється від темного, що його краще пити влітку? Які властивості? Ну, природа не зря так сделала, да, что именно весной, перед жарким летом, угу. начинается, появляется, например, зеленый чай, да, его собирают и готовят именно весной, чтобы летом уже можно было пить свежий урожай. Эти чаи, там, например, зеленый, белый, желтый, они не так сильно подвергаются термической обработке. Угу. Поэтому летом организм их легче воспринимает. Угу. Слухайте, ну розкажіть трошки про правила, як вживати ці світлі чаї, тому що, наскільки я знаю, то світлі чаї ну, не можна на голодний шлунок так угу. пити одразу. От розкажіть трошки про правила і про ті чаї, які у нас зараз тут представлені. Да, вообще все чаи нельзя пить на голодный желудок, mm-hmm. лучше позавтракать, если мы говорим об утреннем времени. Светлые чаи, например, зеленый, белый, нельзя заваривать слишком горячей водой. Mm-hmm. Нужно охладить воду до там, 80 градусов где-то, тогда чай получится именно вот, полезным. Сохранить полезные свойства. Що ще можна влітку додавати, щоб чай був максимально корисний? І як взагалі правильно робити, ну, цей холодний чай? Чи одразу лід додавати? Чи, можливо, трошки хай охолоний потім додавати? От. Ну, я вообще не очень сторонник такого варианта, чтобы добавлять что-то в чай, uh-huh. потому что если вы хотите насладиться именно чаем, тогда нужно заваривать только чай. Сахар и все остальные добавки, это уже перебивает вкус чая, и тем более, опять-таки, летом лучше этого не делать, лучше не добавлять сахар, молоко и так далее. Если говорить о холодном чае, я вот, кстати, приготовила... Нам вчера вечером холодный чай просто заливается. Вот я использовала как основу зеленый чай, uh-huh. зеленый листовой чай. И залила обычной водичкой. В идеале это родниковая вода. Uh-huh. И поставила в холодильник на ночь. То есть он без ничего, без добавок, да? Да, выходит чисто. Попробуем, попробуйте. Так, он без добавок, просто вода и чай. И уже даже видно, что цвет, угу. что цвет, ну, насытился, да, это такой. Это не просто вода, это уже холодный чай. Так, давайте пробуем. Сахар сюди точно додавати не можна. Ну, знаєте, я звикла, що там щось собі кидаю, а ну, чистий чай, дійсно трошки смак інший, не такий, як зазвичай. І от холодний саме те, що треба, знаєте, зранку, так, щоб прокинутися і не спекотно. Розкажіть трошки, от, а якщо все ж додавати, як правильно заварювати, от, наприклад, обліпиховий чай? Я знаю, що там є якісь певні правила. Можливо, як правильно додавати все ж фрукти до чаю? Да, можно готовить, ну тогда мы это будем называть не чай, ага. а не чайный чай или просто чайный напиток. Вот. Mm-hmm. Если мы добавляем что-то, фрукты, да, это можно делать. Сезонные фрукты, ягоды, мы можем в тот же холодный чай, да, или еще вариант, как можно сделать холодный чай. Мы завариваем все-таки горячей водой чай, uh-huh. Затем он просто охлаждается, выливается чай, чтобы листья были отдельно, потому что если чай продолжит завариваться именно в горячей воде, тогда начинает выделяться не очень хорошее вещество. Поэтому лучше заварить листья отдельно, чайный настой отдельно. И в этот настой можно добавлять фрукты, ягоды, листики там, мяты, например, или там, еще что предпочитаете, по
вкусу, по желанию. Mm-hmm. Если говорить о там, именно фруктовых, да, таких напитках, тогда ну, облепиховый чай можно перетереть ягоды, залить водичкой и еще очень вкусно добавлять разные пряности, например, корицу или бадьян. Тогда это получается такой вот плюс еще польза к чаю для організму. Угу, дуже смачні такі варіанти, я зараз прослухала. А слухайте, от цікаво, скільки його можна зберігати, можливо, чи можна в холодильник там покласти на декілька днів? І от про заварювання, от щоб вони не виділяли якісь погані речовини, от скільки часу, от, наприклад, ось ці навіть чаї, зелений, чорний, такий от білий, такі найвживаніші, от скільки їх заварювати, щоб вони не виділяли? Если мы говорим о заваривании сначала горячей водой, да, то 2-3 минуты и переливаем, чтобы отделить листья. Если мы говорим о холодном заваривании, то есть просто заливаем холодной водой, получается не такая сильная экстракция, и чай как бы он заваривается поверхностно. Поэтому если холодной водой, то можно вот на день в холодильник, на ночь в холодильник, то есть ничего страшного не случится. Угу. Якщо його вживати, ось, наприклад, поставити десь на тепле, знаєте, часто буває, що я от, ну я теж собі заварюю чай, але от гарячою водою його залишу десь на день, десь на сонці, буває, десь піду, кину пляшку з рюкзаком, там десь піду, там, чи на зйомку, чи ще, і потім якийсь дивний смак виявляється, чому це може статись, чи він... Це не дуже добре. Не делайте так більше, тому що дійсно, в якщо в перезаваренном чаї, да, коли ми оставляємо листя іменно в воді в гарячій, в чаї багато полезних веществ, там групи алкалоїдів, но також є і вредні вещества, які виділяються при довгому контакті з водою. Горячий. Поэтому вот, возможно, такой ну, не очень приятный вкус появляется из-за того, что выделяется это вещество. Ага, отже, обов'язково, як тільки буду заварювати, обов'язково його ретельно процідити так, щоб повністю позбутися листочків, тоді він буде смачний. Так, ну, тепер буду знати, тепер не буду залишати. Ну і давайте від вас пораду таку от смачний чай от зараз зранку людям заварити. От що зараз додати таке, щоб зранку швиденько освіжитися і зробити такий собі холодний. Ну, еще хочу развеять один миф, да, что летом лучше пить холодный чай. На самом деле лучше пить все-таки горячий чай, потому что во рту у нас есть рецепторы, которые отвечают за восприятие температуры за бортом, да, то, что нас окружает. И когда мы пьем горячий чай, мы получаем сигнал в мозг, что жарко, нужно охлаждаться. И тогда организм начинает потоотделение для того, чтобы охладить наше тело. Поэтому лучше все-таки пить горячий чай, потому что так нашему организму, нашему телу легче охлаждаться. Оно легче воспринимает вот то, что на улице жарко. И если посмотреть на страны Средней Азии, да, они же все пьют горячий чай именно. Горячий чай еще и укутываются, потому что так легче переносить жару. Когда мы пьем холодный чай, да, это вкусно, это интересно, это может быть, но так нашему организму все-таки сложнее, потому что мы пьем холодный чай, он тратит силы, чтобы еще согреть этот холодный напиток хотя бы до температуры тела. И мы охлаждаемся, но на короткое время. Потом все равно нам ну, контраст очень сильный. Если очень жарко, то лучше все-таки пить теплый или горячий чай. Слухайте, я чула, да, що влітку треба пити гарячий чай, не холодний. Ну, от що ось так воно все працює. Це так цікаво. Дякую вам дійсно за цю інформацію. Я думаю, ви запам'ятали. Тепер будете знати, що як правильно заварювати і що влітку краще пити гарячий чай. Тож давайте біжіть на кухню, заварюйте собі смачний чай. Я нагадаю, до нашої студії завітала Катерина Єпіхіна, чайний експерт, розказала про смачні рецепти холодного чаю влітку, який краще, я так розумію, вживати ввечері. Дякуємо вам.